Всем доброе утро. У нас сегодня начинается с такой вот красоты. Всем привет! И вы на канале Ольга Ласточка. Спасибо всем, что зашли на мой канал. Спасибо всем, если ставите лайки. Спасибо огромное. Мы сейчас собираемся гулять. А знаете, на чем мы собираемся гулять? На этой тачке. На тачке вода. Как там? Тачка, водокачка, да? Кто возьмет билеты в тачку, тот получит водокачку. Я что-то расчихалась сейчас, так ужас прям. Надо сейчас будет еще потом будет камеру очистить. Там некоторые остались. Видео почистить я еще до сих пор немножко в ней разбираюсь. Что работает в камере. И спасибо вам, потому что некоторые накопления на эту камеру были накопления с Ютуба. Это благодаря вам, потому что вы смотрели наше видео. Спасибо вам огромное, потому что очень приятно. Ну, конечно, там всего лишь где-то долларов 200 вроде было. 200 вроде бы долларов накопилось с Ютуба за год. Но это даже не только с моего канала, а еще с Лёшкиного канала. Все, пошли гулять. Едем. Куда мы едем? Налево поехали. Ты прямо хочешь? Да там неинтересно, там горка. Или поедем прямо? Let's go. Догоню. Так вот и ходишь. У Лёшки уже батарейка садится. На улице тепло, прям печет солнышко. Вон как ярко светит солнце. Ты хочешь дверь открыть? Где бабочка эта? Вот она, бабочка. Мы с Лёшком сейчас поедем к бабушке, к тетере. Проводим моего брата с женой, да, его. Собачек проводим. И поедем домой на обед. Сейчас у нас час 15, время. Чик-чик. Вот, и сегодня 80 градусов по Фаренгейту. Представляете? А кто-то мне говорил, что темно, да? Ну, можно сделать светлее. Вот, будет светло. Взяла с собой к тетере вот такой вот маникюрный набор. Потому что сейчас времени нет делать. А там Лёшка все равно хоть бегает, но там, знаете, как получается, глаз-то больше за ним будет следить все равно. Он вот бегает, делает, а тут у меня одни глаза, и я ничего толком не успеваю. Я так поняла, на Ютубе любят только развлекуху, всякие там позитивные настроения. А всю правду жизни люди не любят, и негатив этот не хотят смотреть, я это понимаю. Поэтому тогда будет шоу Трумана у вас. Да, конечно, с камерой за рулем вообще неудобно. Пока ты включишь ее, зум вылазит, еще неудобно. Смотрите, кто бежит. Люси. Тетя Люлечки. Маленький какой Люлечки. Вот это мыло, да, мы покупали Bath and Body, да? Body Works, ага. Мыло просто обалденно. Обалденно, ну это вообще сказка. Ну мы набрали на сейле, сейчас, да? Сейчас набрали, было, знаешь, как там 5 покупаешь на сколько-то там, что-то такое. Это сейчас, а в том году? Было. А в том году было одиночное. Что-то 3 доллара. По 3 доллара, да? Прямо по 3. Очень крутое. А ты знаешь, что это после Крисмаса будет? А мы поедем, после Крисмаса, Олька, обязательно. Сейчас кушает этот, как сливочная помадка наша, да? Да, как помадка. Больше похоже, вот, смотрите. Вкусно, Лёш? Только это итальянская, американо-итальянская, наверное. Тютира нас кормит опять, представляете? Да, все надо, говорю. Искат не ест, она говорит, наверное, сейчас скажет. Они только едят все время, да? Давайте. Люсики. Лёша. Ну вот мы уже к дому подъехали. Лёшка со слезами уходил, представляете? Не хотел уходить. Не хотел, чтобы они уезжали. А вон Серый нас ждет, Лёш. Представляешь? Смотри, кричит уже. Сейчас я вам покажу. Лёш, прикинь, сидит, ждет нас.
Как думаете, будет удобно вот такой палкой, она, ну, которую Лёшка подарил? Вот она. Сейчас покажу. Вот такая вот на камере палка. Ставишь где угодно, куда угодно, в любые точки, точки соприкосновения. Лёшечка, еле проснулся. Кто мне там говорил, что камера что-то гудит все время, шумит? И темная. Мне кажется, она не темная, наоборот, засветляет даже. Слушайте, да, кстати, на палке удобнее снимать, потому что, получается, камера, она, получается, подальше находится от лица. И удобно ходишь, то есть за камеру не переживаешь. Я сегодня еще должна успеть приготовить, покушать. А для покушать мне надо будет фарш, еще картофан почистить, лук. Ну, я вам постараюсь снять. Главное, теперь камеру эту жалко теперь запачкать. Лишний раз, блин, боишься доставать или куда-то ее класть. Я не знаю, я хочу сейчас успеть с Лешком пойти погулять еще. Вот был кто-то мне там говорит, что блохи, блохи, мол. То, что у вас все время блохи. А как? Ну, если эти блохи есть, я не могу. Что мне теперь? Ну, не говорите об этом. Я не знаю, как избавиться. Это сейчас у нас большая проблема с этими блохами. Я все обшикали, обрызгали этим спреем. Я не знаю, я сегодня котов опять чесала этой щеткой. Опять у них очень много блох. Рыжика Мишку, он Мишка чешется. Я не знаю, это каждый день их чесать. Потом ты же их помыл. Уже два раза мы их мыли. Потом капли на холку, ошейники были. Ничего не помогает. Здесь блохи во Флориде термоядерные, вот честно. Я так думаю, может их обстричь даже уже, чтобы эти блохи не было места. Приклеиваются куда-то к шерсти. Чаю что? Сейчас тебе чаю. Поем и мыли. Увидимся попозже. До свидания. Привет. Привет. А мы идем одеваться. Хорошо, да, быть ребенком. Одели, покормили. Знаете, что делает, да? Я надеюсь, хотя бы погулять 40 минут, чтобы у него энергия вышла. Смотрите на этого человечка. А ты вот сюда смотри. Не на себя, как мама тоже туда смотрит, а вот сюда, в окошко. Почему мы сейчас красные? Потому что вот что у нас, елка. Белая елка. Время осталось совсем чуть-чуть. Он серый опять пришел. А почему вы говорите, у меня шумит? Я пошлю, я зум делаю. Конечно, он будет шуметь. Не буду сейчас экрана удаски так поснимаю. Цвета меняются. Смотрите, когда на этой камере, на улице, например, где-то какое-то помещение засветленное, то есть светлые, да, краски, то оно темнеет. И поэтому, может, какие-то тона приобретают красного. Это надо все время выбирать. У меня некогда пока еще в этом разбираться. У меня дурдом, у меня нон-стоп жизнь. Я же не только сижу, готовлю, убираюсь. Я помимо этого еще сижу, работаю на estvita.ru, добавляю товары, когда есть время. Монтирую видео, кушать, готовлю. Ну, в общем, вся эта бытовуха. Я рада тому, что у меня хватает на все сил, даже с такой спиной. Я не то что горжусь собой, я просто рада, что у меня жизнь не стоит на месте, да, не течет как вот. Ну, вот такая ситуация. Вот нет возможности отдать ребенка в сад, еще там на разные секции, няню нанять. Но зато мы все равно вместе с ним, с Лешиком. И я все при этом почти все успеваю. Я не успеваю почитать книжку, посмотреть какие-то сериалы. Я хочу посмотреть сериал «Отчаянные домохозяйки». Не знаю, вот так все рекламируют. Ну, точнее, не рекламируют, всем он нравится, поэтому хотелось бы тоже посмотреть. Да здравствует день сурка. Ба-бам-бам. Я надеюсь, там на площадке кто-то будет, чтобы немножечко поигрался с ребятами. На улице сейчас 70 градусов по Фаренгейту, время 5:29. Да? Есть деньги. Да, там вон, смотрите, видели, сколько машин стоит? Ага, у камеры уже две осталось полосочки зарядки. Дом собачка гуляет. Где? Вон она. Лёшек, ку-ку. Видел, какой самолетик, да? Сейчас у нас время 6. На улице, в принципе, темно. А камера достаточно светло снимает. Я хочу вам луну заснять. Go!
Это я сейчас зум сделал. 4,2. Вон как все видно. Ребят, мы уже дома. Махал. Ловит меня, нет? В общем, я ставлю кушать. Нельзя. Сама придумала. Беру, значит, вот такой вот противень. Один. Картошку. Два. Порезала, видите, кругляшочками, кругляшочками. Лёшка мандарины считает, да. Здесь у нас фарш, лук, соль, перец, еще какая-нибудь специя на ваш вкус. Яйцо добавила. И теперь этот фарш надо выложить сейчас будет сюда, наверх картошки. И дальше я сейчас вам покажу, что я делаю. Добавили сюда фарш, молочком еще полила. И 395 градусов. Тут, наверное, может 20-30, буду смотреть. Мы идем сейчас кормить. О май гад. Я дверь открыла, и сейчас, конечно, блохи перепрыгнут. Серый, ты-то добрый, а он папа пришел. Из магазина. А что так много набралось у нас? Еще вода вон для готовки. Серый ждет еды. Привет. Они с Рыжиком понюхались, прикинь. Рыжик. Ложечка лежит. Мне кажется, у него температура 37,3. Смотри, Серый молодец, не заходит. Привет. Серый, сейчас приду, подожди. Посмотри на меня. Скорее. Многие там написали в комментариях, типа, ужас, как бегается фокус. Отключить его надо. Не надо ничего отключать, просто ты плавно води камеру. Да, вот так, да? Хорошо. Я уже почитал комментарии твои. Почитал? Ты просто плавнее камеру води. Аккуратненько, плавненько, у тебя просто манера дергать. А ты плавно. А я просто дерганная. Да, ты всегда плавно. А прочитал про носки? Нет. А я не понял, что носки я просмотрел. Ну, типа, ты прикалываешься подарить носки? Это прикол был? Ну, вообще-то мои любимые носки. Ну, вот видишь, некоторые думают, что я, наверное, дочь олигарха. Или муж миллионера я написала. Ну, вообще не мой, ты... Что, время сейчас для вычесывания котиков. Надо идти опять их вычесывать. Сейчас знакомая написала мне, что, говорит, купите таблетки котам и могут помочь. Мы же все зашли на Амазон, Лёшка уже сказал. Стоили $22 таблетки. Все средства использовать уже. Против этих блох. Амазон, конечно, очень крутая тема в Америке. Блин, был бы у нас в России Амазон. А зачем нам в России? Мы, ну, для русских, да, но мы-то все равно в Америке живем. Все, едем в Россию, делаем Амазон. Точно. Надо тогда здесь кредитов набрать, чтобы открыть такую сразу площадку мощную. И за 3 дня за компьютер первый раз сел. Надо быстренько. Хочу посидеть. Не, мне надо котов взять, пропылесосить. Котик мой слёденький, сейчас молочко будет пить. Пупсик мой маленький. Сиди, какой лёгенький мой, лёгенький такой. Малыш мой. Виски тебе лучше стало? Вычистили тебя? А он Рыжик. Мама. А вот потолок. О, Лёшка папу включил. И мама. И мама там, да. А холодильник открываешь, и Рыжик сразу идет. Ну-ка, он Рыжик. Да, у меня Рыжик сразу лазит по холодильнику. Миша, ты? А ты, Миша, вон все пришли сюда. О, не надо, Рыжик. Фу. Да, подходит, два баранчика дерутся. А у Лёшки маникюрный этот процесс идет. Я люблю поддерживать руки, ну, нормальный мир. А я все смотрю в экран, не на себя. А ты его убери-ка. А, мне так интересней. Мне так больше нравится. Я хотела показать то, что я купила. У меня проблемы здесь с губами стало от кондиционеров. Очень ужасно они стали сохнуть. И я купила обалденную гигиеническую помаду. Она просто очень мне спасла. Купила я в Walmart'е. У меня прям губы оживать стали. Апельсин был. Смыла я маску. Эффект на лице, конечно, ощущается сразу приятная маска, такая по текстуре. И лицо, знаете, прям так освежает. Всем советую вот эту вот маску. Ребята засыпают. Я села около елочки. Сказать вам всем спокойной ночи. Сделала сейчас себе маску Kiehl's на лицо очищающую. Опять же, будет в отдельном видео все у меня. Всем спокойной ночи. Желаю, ребятки. Спасибо, что подписываетесь. Кстати, у меня вот этот зуб передний стал кривой. Потому что Лёша мне ударил. Маленький. Помните, давно еще вам весной говорил, то что... Один зуб он ударил, и у меня чувствуется, что в сторону ушло, и пошло вот так вот. И этот зуб один сместился чуть-чуть. А вот теперь я думаю, что можно с ним сделать. Коронки ставить заметно стало. Напишите в комментариях, кто пользовался коронками в таком возрасте, в 30 лет. И кто пользовался очищающие какие-то штуки, я всегда вижу, здесь продаются в Америке.
крест. Упаковки, они стоят там $50. Вот стоит ли покупать их или нет? И всем отличного настроения, чтобы у вас все получалось сегодня и всегда. Пока.